Всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. И у нас сейчас будет влог. Мы гуляем. Вот. Взяли гёдзи. Вот такие вкусные. Вот. И гуляем по вечернему Патонгу. Добираемся до отеля. Вот. Смотрите, как здесь красиво. Везде какие-то интересные места. Вот. Я вам сейчас буду все показывать. Вечерние улицы. Вот. Здесь массаж, трансы. Во. Вон Палыч. Мы сейчас идем по второй улице пляжной в сторону отеля. Продвигаемся. Вот. Попробовали сегодня еды. Вот том-ямчик, том-кха. Кстати, очень вкусно, мне понравилось. Были в турецкой кафешке. Вот, но более подробно вы это все увидите потом на основном канале «Пиратский путеводитель» через какое-то время. Так что тоже подписывайтесь, будет интересно. Блин, здесь мыши бегают, вообще жесть. Вообще жесть. Вот, смотрите, блины всякие делают. О, а здесь уже дешевле. По 60 бат, вот так вот. Только что чуть не упал. Загляделась на блины. Вот. Массаж. Есть банкоматы. Джеймс. Видите, тук-туки предлагают. Но тук-туки, они здесь дорогие. Да ехать-то нам, по сути, 200 метров до отеля. Отель у нас Феникс Гранд. Вот. Хотела вам показать вечерний город. О, подожди секунду. Вот, смотри, здесь вот, видите, что-то жарят. Hello, how much? 50 ба, да? Вот такой, да? Нет. Хочешь такой? Нет. Не хочешь? Ну, пойдем. Вот такие вот, по 50 ба получается. Вон тут, видите, тоже всякие вот фрукты какие-то непонятные. Вон, что-то тоже здесь готовят. Супчики. Как они это едят? Вон сомтамчик, видите, тут делают. Так вот. Пойдем дальше. Вот, кстати, ребят, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Давайте наберем на этом видео как минимум 500 лайков. Вот. И выйдет уже следующая серия. Потому что вы на этом канале видите раньше все, чем увидит все это дело основной канал. И кое-что вы видите эксклюзивно. Стараемся для вас. Oh, yes, hello. Hello, hello. Видите, здесь вот так вот все приветствуют, завлекают свои кафешки, рестораны. Вов, посмотри, где мы, чтобы сориентироваться поточнее. О, смотрите. Вов, посмотришь? Смотрите, лобстеры. Ты понимаешь, куда мы идем? Если понимаешь, вопросов не имею. Я просто переживаю за тебя. Там мы пролезем, если... Не знаю, посмотри карту, открой. Да. Смотри, а я пока это. Да. Да. Вон, смотрите, здесь, видите? О, кстати, вон тебе ножи. Вообще, нечаянная радость. Нечаянная радость. Смотри, да, вон тебе ножи. Смотри, как это. Смотри, сколько разных. Вован у нас обожает ножи. Ему уже, правда, прислали два ножа. А? Никак все не может угомониться. Ну что, и где мы? Поменьше сделай карту. Минус нажми. Минус нажми. Еще. Ой. А где наш отель вообще? А что-то у нас все метки стерлись. Походу. Ну набери, набери. Вот, вот. Это, лупа, лупа, да. Набирай. П. Феникс. Феникс. П. Английский переведи. П. H, E, N, N, Phoenix, Grand, вон, нажми, да, нажимай, вот, и сюда, путь вон проложить, сюда, ниже, вот, да, вот, видишь, вот нам как нужно, он показывает,
что мы здесь не пройдем. Либо дальше, да, давай дальше получается. Мы до перекрестка, вот смотри. Видишь, где там, что написано? Food Pizza. Вон, пицца. Ты что там написано? Food Pizza. Mm. И там напрямик пройдем. Да? Yeah. Все. Будешь ножи спрашивать? Да, мне не ножи. А что ты? Вот, кстати, эти твои, эти. Вот, ты хотел же? Смотри. Вован вышел на охоту. Вон тебе дубинки, вот дубинки. Вот это? Ну да. Дубинка. А, это лазерные указки, вон тут какие. Это указки, это фонарик. Слушай, открой мне воду, я пить хочу. Ребята, хочу да, пить. Вот она. Дубинка? Тихо, дерни ее, вперед. Я понял. Только не у меня. Сейчас Вован будет дергать. Поп, стик, дерни ее. О, кстати, а вот это моя тема. Я люблю всякие вот эти гаджеты, всякие стоечки и прочее. Вон кортики какие-то, кинжалы, смотри. Это... Ну ты будешь, не будешь? О, будешь дергать, нет? Не хочешь? Ну пойдем, все. Иди прямо. Открой мне воду. Я пить хочу. Ой, с меня прям 7 потов, блин, тут сходит, на самом деле. По аренду, вот смотрите, видите, тут всякие эти скутеры можно снять. Так вот. Все уже закрывается? Сейчас поздно очень. Вот так вот, пойдем. Хорошо. Да-да-да. Ну, смотрите. Трансы. Вот. Гуляли сегодня по Бангло Роуд. Вот. Ну, в принципе, знаете, там даже веселее, чем на Олдни Стрит. Там, по крайней мере, адекватно реагируют на камеру. Не прячутся вообще. Вот. Вообще, знаете, она очень маленькая. Как-то неинтересно. Мне кажется, она переоценена. Очень сильно. Вот. Все фрукты. Всякие разные. Вот. Здесь я вообще выставляю видео без клеек. Вот, о, шавуха. Шавуха, сеструха. Шавуха, привет. От души, душевно. От души, душевно, душу. Во, что, будешь шавуху? Вода? Шавуху давай, будешь? Рей. Шавуху будешь? Хочешь? Вот, кстати, вот здесь вот шавуха, которую я рекламировал. Парень, шавуху здесь рекламировал. Его выучили нескольким словам по-русски. Он, видите, завлекает. Вообще здесь, конечно, это как это, муравейник, да? А, все, все рядом, все близко. Вот здесь какие-то, что-то какие-то продают. А, это эти, гамаки. Гамаки продают. Под ноги, смотри. Вот, кстати, по-моему, пицца, и нам она на это. Макдак. А, это Кэт Шэдот. Кэт Шэдот, бля. Как он? Джанг Цейлон. Джанг Цейлон, по-моему, нет? Цейлон, да. Только сзади, да? Ребята, мы нашли выход. Мы нашли дорогу. Да-да-да. Ну, а Джанг Цейлон, ты уже знаешь, куда танцевать-то? Если он еще открыт. Ну, да. То можно через него пройти. Да-да-да. Вон здесь тоже какой-то торговый центр. Централ. Централ, да. Ну, кстати, здесь мы еще не были. Ну и что? Да. Пароль не палим. Не палим мой пароль. Ну. Ну вот. Чё он, блин, мучит как? Мы что, не туда пошли, что ли, опять? Да не, мне кажется, он просто глючит. Забей, ну ты же знаешь, где там Цейлон. Ну, примерно представляешь, куда нам идти. Ни хрена. Давай попробуем. Это тот самый. Вот, вот, вот. Улица, по которой мы вчера шли. Пойдем вот здесь. Надо туда перейти. Давай. А нам только не на ту сторону надо. Нам не ту сторону. Кажется. Ну да. Через него пройдем, и получается, вот как раз там и будем. Вот. Русские туристы и прочие. И прочие. Монголоидная раса. О, переход. Пошли. Стою. Нет, движение, конечно, здесь ужасное вообще.
Причем у нас на перекрестке просто жопа, блин, творится. Потому что, блин, народу дофига. Ждем. Пошли, 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 пошли. Garden Dance. Давай мне снова эти. Спасибо. Ну вот, помнишь, мы здесь смотрели? Ты уже понял, где мы? Не понял? А я поняла, где мы. Вот Вован не понял, а я уже поняла. Короче, здесь все рядом. Действительно, знаете, можно обойти все пешком метров за 200. А, в смысле, это километр вправо, километр влево. Ду-ру-ду-ру-ду. Ду-ру-ду-ру-ду. Ду-ду-ду. Ну, под низом идем. Прям. Ну, блин, я же тебе сказала. Нет, тебе надо. Так, что-то мой Сусанин-то потерялся. Ладно, ладно, верю. Ай. Да. Так вот, идем. Господи, у меня, блин, сзади вся шея мокрая. Вообще, блин, струями течет. Жарище. Ну, понял, да, наконец? Патонг, да? Узнаешь? Вон там у нас патонг. А нам буквально насквозь нужно. Да? Вот он нам показывает. Да, да, да. Да, кстати, да. Ну, патонг, в смысле... пляжную вот эту блядскую, извините, да, улицу вы увидите уже на нашем основном канале. Мы для вас сняли влог. В общем, здесь вот так вот. Ой, Вов, давай шустрей. Автобус. Вон тоже всякая шавуха и прочее. Ребятки. Че, а это? Я еще. На, подержи. Все, вперед иди. У меня рука устала вас держать. Ребятки, за эксклюзив Ниночки насыпем лайков, да? Потому что вы видите буквально все в реальном времени. Все для вас снимаем. Вот. Вот видите массажные салоны. Вот. Фармаси, что ты хочешь? Алоэ? Ну, пойдем возьмем. Алоэ. А то мы, видите, обгорели, купались сегодня. Заодно остудимся. Ой, хорошо. Да, обычное алоэ взять и все. Сколько оно стоит? 198, что-то дорого. Очень дорого. 150. 150? Вот, смотрите, алоэ вера. Вот еще есть. Здесь очень дорого. 160. Очень дорого. Паттайе намного дешевле все. Ну пойдем нафиг. Не, очень дорого. Пойдем. Чего? Я не буду по 160 брать, а вот. Экономика должна быть экономная. Да. Понимаете? Нету смысла. Мы найдем. Где дешевле. Да, мы найдем, где дешевле. Давай. Я обещаю. Ну так, идем на свою улицу. Вот еще. Ну-ка, почем здесь алоэ? Здесь. Вот, кстати, как мы брали алоэ, вот этого. Пойдем вот здесь зайдем. Да. О, здесь даже попрохладнее. О, здесь уже 120. Блин, конечно, в два раза цены отличаются. 120? Два раза. Ну, уже дешевле. Че? Все? Дешевле, я думаю, не будет. Мне кажется, лучше брать в каком-нибудь этом, в торговом центре. Ну возьми, ладно, все, возьми. Главное, чтобы ты не ныл. Какое? Любое. Возьми вот алоэ вот такое. Или вон охлаждающий кокос возьми. Синий. А, да-да-да, синий. Вот такой охлаждающий. Все, давай, иди, пробивай. Давай пока здесь погуляем. О, даже здесь у них орёт. Ведь у них считывает, видать. Хочу домой вообще, знаете, такую, этот,
чтобы звонить. Прикольно. Ой, как хорошо здесь, прохладненько. Ох, жарыша. Жарыша. Сколько, блин? 500 бат. Охренеть. Что-то дорого, дорого, дорого. Грубят, грубят. Люди грубят. Здесь, вон, видите, всякие еще кокосовые штучки. Нет, цены, конечно, здесь дорого. Но мы, правда, зашли. У меня же моя конючка, блин, как всегда, наконючивает. Что у меня тут с этим? О, видите, я вся красная ужасно. Ну все, взял. Спокойно, довольна. Ну все, слава богу, пойдем. Спасибо. Все, пойдем. Hello, welcome. Да. Ты доволен? Пошли. Капитан. Вот теперь пошли, жопа. Вот жопу свою себе в попу досунь. Да. Ты взял? Да. Да. Он каком-то японском, что ли, она там про коляку? Да. Ой. Любит они вот придариваться. Вот так. Вот смотри, какие девочки. Красивые. Очень красивые. Рука устает. Я иду. Фуд-массаж с хэппи-эндом? Да. Тебе уже предлагают, да? Нет. Нет? Ты хочешь, блин, спрашиваешь? Фуд-массаж? Вы в хэппи-энд? Ойл-массаж. Чтобы ножки прям затряслись, да? Да, да, да. От вашего ойла. Вот так вот. Фуд-массаж, хэппи-энд. Вот так. О, смотрите, здесь можно шейк взять. По 30 бат. О, кстати, недорого. Слышь, там это, шейк по 30 бат. Такой не хочешь? Не, не хочу. Не хочу. Там можно шейк взять по 30 бат. Окей. Да. Кебаб. Кебаб. Да, они здесь везде, блин, на каждом шагу. О, трусы. Кстати, спортивные. Да. Боевые трусы. Ремешки. Да, женские ремешки. Всякие это типа под Дольче Густо, это Дольче и Габбана. Колоночки мощные. Да, колонки. Это когда люди ходят, блин, и своей музыкой раздражают всех остальных. Да. Ну, вообще, когда очень много всяких аптек, еды и прочее. Так вот. Мама. Мама. Я, говорит, педерасов. Педерасов. Кстати, да. Забавно. Это на припоминание. Да. Чтоб все знали, куда идти, да? А то вечер вдруг потеряются. Так, Вов. Тебя вообще-то камера снимает. Будьте и вдруг внимательны. Дети смотрят. Вам проход здесь. А там машина топ. Да. Вот так вот. Вот считай, круг сделали. Да, мы сделали круг. Первый, потом на вторую. Перед сном самое то, ребят. Хорошо прогулялись. Только не поглядели, сколько стоит массаж на второй линии. Да. Но мы нашли самый дешевый массаж. Массажистки. Мы нашли самый дешевый, и нам понравился. Да? Хороший массаж за 150 бат. Шикарно. Ой, тоже кебаб. Да. А, вот. Халяль, кстати. Да, возьмем. Хочешь? Хочешь, говорю? Один. Халяльный. Шавуху. Будешь шавуху? Не знаю, сколько это. Hello. How much? 100 бат. Биф кебаб 120. Миксит? Микс. Ну, это есть шавуха. Кебаб, шавуха. Да. Будешь? Супер кебаб биф. Будешь? Чего там? Ну, это, короче, увеличенное. 250. Будешь? А на сколько она увеличена? Вон, возьми обычный маленький. Чикен? Попробуем. One chicken kebab, please. One, да. Spicy. Spicy я тебе взяла. Да. Взяла в ванну spicy. Нормально. Так что ждем шавуху. Деньги приготовь. Да. Давай. Деньги. Гоняй меня в долги. Да. Вот денежки, вот ихние, да. Вот такие вот баты.
баты на кармане. Гоняй меня. Да. Вон тайки. Вон, смотрите, здесь можно сразу взять экскурсии какие-то. Вон тебе индийский ресторан. Индийский ресторан, да. Да, приглашали. Да. Дай мне это, водички. Хочу водички. Возьмем шалухи, лаванов. У нас, знаете, прям сезон будет прям по уличной еде. Как раз. О, видите, прижаривает. Прикольно, да? Ну-ка. Утюгом. Да. Утюгом? Ну-ка, как он готовит? Ну-ка, прикольно. Мне только не нравится здесь музыка, да? Авторские права могут быть. Где? Yeah. Надеюсь, не будет фон, музыка орёт какая-то. Или это живая? Хрен. Это живая? Вырежу. А как я вырежу? Я не смогу вырезать. Так, вырежу. Я не смогу вырезать. Как? Это живая съемка, я хочу на второй канал залить. Ничего, вырежу. Так вот. А на здесь встаю. На перекрестке двух музык. На. Твои ступат. И нам одно. О, сейчас режет, смотрите. Ну-ка, давай, режь. Мясо, да побольше. Круто. Да. Так же делают, как у нас. А у нас как делают? А у нас прям пленки не снимают, ставят и дарят. Ну, блин, я надеюсь. Там сверху, видишь, даже помидорка. Вот так вот. Индийская какая-то музыка, классика. Да, бургеры есть, смотрите, еще всякие, видишь? А какие не работают? Но мне кажется, они здесь всю ночь не фигачат. Даже здесь рядом бангла. А ты спроси у нее. Ну, потом. Окей. Потом, можно, можно я спрошу? Приходи. Можно я потом спрошу? Можно? Вон, смотрите, как делают, да? Вон, видите, мясо. Слушайте, это все нам, что ли? Он нарезал. Погоди. Нормально так. Я хочу, чтобы это все было нам. Нет, это ничего не делает. Опа. Вон, смотрите, о. А, острый, да? Чуть-чуть. Хватит. Ты переборщил. А? Кетчуп надо. Кетчуп давай. Поприкалывайся над бабаном. Чё? На, кушай. Надо. Если ты не сбросишь, будешь пить сама. Да. Это еще один завтрак. Да. И если они утром работают. Еще один вид еды, да. Кебаб, вот прям рядом с нашим отелем. Но знаете, мне что не нравится? Они одними руками берут и шавуху, и деньги. Хотя, в принципе, он ее практически не касается. Видите, он все вот этой лопаточкой. Четко. Да, и щипцами. Так что, я думаю, есть можно. Сейчас на собой. С собой. С собой. Спасибо. Снял? Все? Это то, что у нас все одними руками. А видите, запаковывает. И пакетик. С собой. When you open. So we will come. We will come? Yeah. You fly 30. 17 hours. Thank you. Спасибо. Пока.